Творчество их связало. В этом зале собрались ремесленники, дизайнеры, разработчики региональных брендов и представители других креативных индустрий со всего края, чтобы от двух десятков экспертов, успешных столичных и сибирских коллег, узнать, как шагнуть на ступеньку выше в своем деле, как находить смысл для роста, строить бренд и кооперироваться, выходить на маркетплейсы, пользоваться нейросетями. Эти и другие темы обсудили в первый день во время паблик-толка, открытого диалога. На второй день больше внимания уделили практике. На трех площадках, посвященных фэшн-бизнесу, локальным брендам и созданию контента, который стимулирует продажи, участники форума смогли показать свои проекты и получить их оценку. А еще их ждал практический воркшоп по генерации новых идей и мастер-класс по производству видеоконтента. Центр «Мой бизнес» активно поддерживает креативных предпринимателей. Например, создана площадка творческих бизнесменов нашего региона «Мой креатив 22.рф», где о своей продукции может рассказать каждый. Кстати, по оценкам экспертов, к 2030 году вклад креативных индустрий в ВВП страны вырастет почти вдвое, до 6%. Этому способствуют госпрограммы поддержки. Например, уже второй креативный форум в Барнауле прошел в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».